Всем привет, всем, с вами Анархан, и мы играем сегодня в Готику, мы смотрим предысторию. Долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Война против орков разгоралась с новой силой. И каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии. И каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге, король поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к барьеру руду. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к... Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу Круга. Ты зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь. Что ж, хорошо, я возьму письмо. Но на одном условии. Избавь меня от его болтовни. Ах ты смеешь! Молчание! Отправляйте его. Добро пожаловать в нашу колонию. Довольно, хватит. Оставьте его. А теперь убирайтесь. Вставай. Не, ну это было обидно, когда ему будет потом дали. Долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Это мы слышали уже. Только что. Ну... Без предыстории будет новая игра. Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь? Скажи мне об этом месте. Хорошо. Что я должен узнать об этом месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть три лагеря. Старый лагерь, самый большой. Он был первым. Как добраться до старого лагеря? Дорога выведет тебя сама. Старый лагерь...
ближайшее поселение, которое встретится тебе на пути. На подступах к лагерю бродят немало диких тварей. Нужно быть безумцем, чтобы разгуливать окрест без оружия. А где мне взять оружие? Когда доберешься до старой шахты, внимательно посмотри вокруг. Уверен, ты найдешь что-нибудь полезное. Шахту легко найти. Она находится в 20 шагов отсюда. Ну, окей, понятно. Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. Буллит со своими парнями мог запросто убить тебя. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Предложение? Да. Я думаю, после знакомства с шайкой Буллита ты понял, что тебе нужна защита. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть 3 лагеря, и ты должен будешь присоединиться к одному из них. Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь – лучшее место для них. А где сейчас Буллит? Вместе с остальными тащит припасы из внешнего мира в лагерь. Ты встретишь его там. Но если ты хочешь сразиться с ним, будь осторожен. Буллит – неплохой боец. У меня есть письмо к верховному магу Круга Огня. Правда? Его отдал мне какой-то маг перед тем, как стражники сбросили меня со скалы. Тебе повезло, что больше я не могу показываться на глаза магам. Любой другой с радостью перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят своим гонцам. А большинство людей здесь не имеет за душой и гроша. На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил бы кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит надеяться. Почему? Маги живут в старом лагере, но только людям Гомеза дозволено входить в их замок. Ага, понятно. О, привет. Да, это начало пока что. Кто такой Гомез? Гомез – самый влиятельный из баронов. Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Угу. Понятно. Предположим, я хочу стать одним из его людей. Что мне нужно делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. Хорошо, понятно, спасибо. Я благодарю тебя за помощь. Мы встретимся в старом лагере. Хорошо. Мир обречен. Отлично. О, старый факел. А как взять-то? Или нельзя брать? Нет, можно, если он выделен так. Или нельзя пока ничего брать? О, это. Тут же неудобное направление. Опи. Следующее синее свечение. Что куда? Ctrl-V? Взять? А, спасибо. Почему такое ужасное управление? А где там факел был? А, инвентарь как открыть? Он здесь есть? Ну ладно, хоть котел нельзя открывать. Блин, прыжок на мышку еще. А это что? Блок? Блок. Да, ужасно тут управление.
как залазить? Тут не залазить можно? Нет. Нет. Так нельзя, да. А, только оружие и все, больше ничего нету. А я же там еще другие брал предметы. В смысле, так же, вот, смотри. А, Tab? Это Enter, вот, все, дальше. Ctrl-V не нажимается. А, понял. Нет. Я нажимаю Ctrl сейчас и VSD. Ничего не двигается. А, подожди. А, вот. А, все, понял. Ходить, ладно, все, подниматься я понял, спасибо. Здравствуй, чудовище. Что ты здесь сейчас делаешь? Что ты здесь делаешь? Слежу за тем, чтобы никто не подобрался к месту обмена, особенно эти головорезы из нового лагеря. Ты новенький, которого зашвырнули только сегодня, верно? Да, это я. Остерегайся типов из нового лагеря. Я работаю на старый лагерь, так же, как и все, кого ты видел у скалы, где происходит обмен. Ты уже поговорил с Диего? Да, спасибо, я уже понял, что надо подсветить. Да, поговорил. Хорошо. Значит, ты в курсе всего происходящего? Офигеть, еще столько слушают. Да, значит, котика будет тяжело. Почему мне следует опасаться людей из нового лагеря? По сравнению с новым лагерем, старый — это тихое и безопасное место. Новый лагерь не получает товаров из внешнего мира. Их воры просто крадут все, что им нужно. А тут карта есть? Или... Нет. Ты точно должен знать, раз ты все знаешь. Карта тут есть? Говорю. И правую кнопку там. Это я знаю, что она должна перемещаться, но как она должна перемещаться, я вот так и не понял пока что. Но сейчас тоже разберусь, здесь слушаю диалог. А старый лагерь? Во главе всего здесь стоят бароны. Следом за ними идут стражи и призраки. Ну а в самом низу находятся рудокопы. Каждый, кто прибывает сюда, сперва становится рудокопом. Если хочешь достигнуть большего, для начала тебе придется стать одним из призраков. Когда я выплыл на берег, один из этих типов ударил меня. Так поступают со всеми новичками. Они называют это боевым крещением. А, и в старом лагере все такие? В любом месте найдется парочка негодяев. Но они не тронут тебя, если ты платишь деньги за свою защиту. Денег у нас нет, это уже проблема. Я видел, что вместе с товарами сюда отправили какую-то женщину. Да, бароны получают все, что хотят. Ты хочешь сказать, что король выменивает руду на женщин? Они такие же преступники, как и все здесь. Если бы Гомезу не понадобилась эта женщина, она бы сидела в тюрьме или еще где-нибудь. Не знаю, что хуже. Сейчас, зачитаем диалог. Мне нужно какое-нибудь оружие. Возле брошенной шахты, дальше по этой тропе, наверняка можно найти что-нибудь. Но не стоит лезть в драку с чем-то вроде ржавой кирки. Эти штуковины слишком тяжелы и неудобны, чтобы быть хорошим оружием. Неопытный боец должен использовать их лишь в случае крайней необходимости. Спасибо. Постарайся добраться до старого лагеря целым и невредимым. Подумаю еще. Подожди, я тут... А, тут сохраняется мод. Так, надо сохранить, мало ли. Так, теперь там, да? Что тебе нужно? Отстань. Я не хочу сейчас вырвать. Нашел что-нибудь?
Отстань. Подожди. Так. Тап нажимаем. Тап нажимаем. Он хоть красиво выглядит, более-менее. Вот я на тап нажимаю. Контур. А, просто без этого. Не вскрывать, ладно. Залежь шаг, вот всё, понял. Просто навалить без контур. Я знаю, я еще тогда, когда играл в Аркану в четвертую годику, я это понял. Стражник. А он Тори, он не стражник. Все, ладно. Надеюсь, не умру. Фух. Может там что-то было, блин. Надо подняться, может там что-то было интересно. Еще и зажимать контрол надо, чтобы тут лазить. Надеюсь, что что-то будет. Я хочу что-нибудь секретное. Что-нибудь крутое. Дравно, ничего тут нету. Чего смешного? Ну, она же относится к четвертой годике ей. О, смотри. Че, их так просто нельзя побить? Бокал вина заберем. Ладно, давай, что, ящик. Что у нас ящик есть? Хорошо, посмотрим. Вторая монета возьмем. А как брать? Ага, понятно. Через контур также. Два факела. Отмычка, спасибо за отмычку. Ну... Да, я тоже ее на самом сложно проходил, тоже там столько раз умирал. А, так тут есть карта или нету? Все круды. Так. Ой, я куда-то похож на то. Можно я пойду обратно, темно? Так. Так. Кивку я не... Так, о, отлично. Факел есть, отлично. Все, теперь можно сходить туда посмотреть, что там. Я факел... А, нет, не потерял, ладно, пошли. А этот горячий факел можно будет потом использовать? О, адский гриб. Адский гриб. Вот факел. Отлично. Чёрт, тут враги уже. Пожалуйста, не убей меня, не убей. Отлично. И
Где этот факел? Возьми факел тут. Эй. Возьми факел. Отлично, спасибо. А, еще и крови тут есть, по-моему, отлично. Что-то страшно мне эти... А, тут нет. Тут больше ничего... Нет, есть, блин. Здесь предложение ужасно. О, еще одна кирка. А, понятно. Залазить нельзя. Дай мне мою кирку, дай мой, мой факел, дай. Блин, нет. Пожалуйста, факел. Блин, мой факел потеряли, чёрт. Ладно. Отлично. Пища. Жизненная цель. Жизненная сила. Ну, жизненная сила. Так, осталось самое сложное. Использовать это. Неправильно. Ладно, так. Так. Отлично. Мы поняли, как узнали все ХП. Это уже хорошо. Спасибо. Стой, стой, подожди, нам что-то хотел забрать. Да, спасибо, спасибо большое, спасибо большое. Что бы я без тебя делал, зрители? Что у нас тут еще есть? Я, наверное, зря сюда, да, пошел. Черт. Осталось вернуть часы блоку. Так. Так, подожди, научимся блоку. Нет, это не блок. А, блок назад, все, отлично. Теперь пойдем дальше. Главное, чтобы... Тихо, не потуши факел только. Так. Мне тут очень интересно, где убить этого мясорубка. Что ты... А, отлично, живу. Вот жизненная сила, отлично. Блин, это плохо, что от животных делать нельзя. Так. А, и чё? Я думал, что добывать будет вам. А где кирка? Стоять. Чё, мы кирку еще потеряли? Отлично. Мы еще и кирку потеряли. Да подожди, возьми факел. Возьми факел, ничего кирку потеряли, погоди. Кирка-то где? Я понял, что так можно так. Подожди, мы потеряли кирку.
А почему она в инвентаре? Ужасная добыча. Так, так. Кирка. Контрол. Нет. Контрол В. Все отлично. Кирка есть. Плохая добыча. В Аркане такого не было. Так. Я знаю, что буду делать. Убивать каждого. Если попадет еще. Отлично. Да, будет очень-очень тяжко. Тихо, тут факел укатывается. Стой, стой, Джоу. Мне нужно твое мясо. Все, теряю. Это, куда он уехал? Мы факел потеряли, поздравляю. Или он еще найдется? Нифига, все, мы его потеряли концами. Так, да, надеюсь, факел у нас еще есть. Есть еще факел, отлично. Не, да, если что, я тоже обиделся. Если бы я знал, что он катится. Кстати, да, я же видел, что физика есть. Но буду додуматься раньше, ладно. Я слышу еще монстров. Это ужасно и обидно. Мы потеряли целый этот. Малыш, ты куда запрыгнул? Так. В общем, мы никуда не пойдем, мы останемся жить в пещере. Все, это точно ясно. А чё? И как туда попасть? Я тут думал, туда пойдем мы. А, пофигу, пойдем так просто. Я помню, там еще второй проход был. Топ, где кирка? Мы уже кирку потеряли опять. Это большая пещерка. Черт, мы сейчас факел потеряем опять. В общем, мы сейчас делаем очень много. Отлично, факел остался. Иди сюда, сюда иди, сюда иди. Понятно. Я забыл, откуда мы пришли, куда мы идем. Так, мы сюда пришли. Все. Так, тут был маркет.
ТВ, я помню. Или я его убил уже после? Убил, наверное. Да, убил, отлично. Так, мы туда сходили, там. А нет, там есть, там еда есть. Там еда есть, надо сходить забрать. Мне нужен лук, все. А тут монстр не появляется после того, как уйдешь с локации? Чика, можно тут зажечь, нет их? Отлично, все, дело пошло, теперь можно еще тут зажигать. Иди сюда, давай. Отлично, будем использовать всякие разнообразные баги. Только через главу игры на главу. Я так думаю, может быть, мы дальше одной главы уже не пройдем. Привет, как у тебя дела? Где тут мой факел, бедненький? Пойдем факел. Мы с тобой, мои друзья, теперь все. Ладно, не будем пока тревожить друзей наших. Бокал, о, кто-то выпивал, отлично. Щит ранений, отлично. Так. Так. Как-то маги доспехи. А, щит, а не щит. Отлично, урон еще больше. Чего недостаточно? 16? Плюс сила 5. Окей, ладно. О, отлично. Это задание, нам это задание. Если вы чувствуете, меня взяли старлык, я должен поговорить с Торусом. Меня сейчас не до этого. Так. Нет. Это задание. Мне задание не нужно. Как открыть этот характер? Ой, да, ну характеристики, грубо говоря. Посмотреть, сколько у меня силы, всякое такое. Я вроде все кнопки перенажимал, которые должны были отвечать. Но так и не нашел. Первый раз. Первая глава самая большая и самая тяжелая, значит, она. Просто она самая большая. Так, я видел одного врага. Одного вижу врага. Это уже плохо. Спасибо, что ты спойлерить не будешь. Но когда мы на Б или С, Б, да, спасибо, на Б. Так, сколько у меня силы? 10, плохо, мне нужно 15. Что у нас еще тут есть? Подкрадывание, алхимия, трофеи, акробатика. Взлом замков не обучен. Шанс провалился, пацан, спасибо. Не, все, готика лучше, потому что в Аркане ничего не было. Ой,
Так, правильно. В общем, я с факелом буду ходить теперь всегда. Раз враг. У нас враг, одна кирка. Чувак, я тут, иди сюда. Чувак, я тут. Два. Чего? Офигенно. Ладно, понятно. Значит, там надо сохраниться будет. Мог бы предупредить, что там большой-большой монстр будет. Я думал, там тихо по одному, там маленький монстр, там бац, такая армия. Нет, мне все же нужен лук. Куда ты поехал? Стоять. Поехал он. А, отлично. Ну, какой игра? Это жестоко. Так. Так. Что у нас есть? И что у нас нет? Ладно, ладно. Я тебя услышу. Так, сохраниться. Да, теперь будем их по цифрам назначать. Чем больше шушу, чем лучше. Котик вообще очень хардкорный игра. Да, теперь я жалею то, что я решил сыграть в хардкорду. Так, что мы будем делать? У меня есть гениальная идея. Все. Не получится делать умом, будем делать хитрости. Точнее, не получится делать нормальным уроном. Так, блин, не успели. Ладно, спасибо. Тихо. Тихо, тихо. Может быть, что там не видно, там не может быть. Иди ко мне, малыш, иди ко мне. Отлично. Двоих убили. Теперь мне нужен. Подожди, пожалуйста, мне факел тут. Так. Сохранится. Третья. Все. Нет, мне точно нужен лук, все. Я не хочу тут воевать с ними. Дотянулся, ой, какой-то большой молодец. Дотянулся, хотя не должен был. О, скелетик. И там еще два монстра я вижу. Сгоревший факел. Так, так, что у нас еще есть? Ржавый меч, о, здравствуйте. Ржавый меч мне нужен. Что у нас? Ржавый меч. Ржавый меч. Что у нас? Требуем силы 6, урон. Отлично. Возьми меч, все. Отлично, меня это теперь устраивает. Ладно, хоть до обеда я только мучиться буду с этой игрой. Так.
Блин, там точно монстр. Я его слышу уже. Ладно, сохранимся. Сохранимся здесь. Всего 13 игры пройдено. Уже 40 минут прошло. Чего вы меня брете на 13? А, надо было поесть сначала. Ага, ладно, понятно. Понял, все. Так. Тихо, тихо, тихо. Вот это было неожиданно. Все, ладно. Так, теперь пойдем сейчас этого бить, монстрика нашего главного. Так, так, а, тут факел можно включить. Подожди, я же тут факела включал. Они, значит, после сохранения не слетают, отлично, ну после смерти. Ты чё, офигел что ли? Ай, она вышла, приготовься. Эй, принцесса, выходи ко мне, иди сюда ко мне, блядь. Так. Эй, принцесса, иди сюда. Я не знаю, видно тебе или нет, надеюсь, что видно. Че, она обиделась, что ли, на меня? Блин. Обидели бедненько. Не уделили ей внимания. Блин, я так сейчас до тут дойду кое-как. Блин. Ах, охренеть. Ага, понятно. С полным хп на меня. Ой. Четвертую. В общем, я пошел обратно. До свидания. Все, я где-нибудь пока не пойду. Адские грипы возьму. Если бы я знал, что она так сильно будет бить, я бы к ней не пошел бы. Она просто очень сильная. Так бы я пошел бы, если бы хотя бы было бы побольше брони. Но я к ней вернусь, я ее отомщу еще. И все, что она мне сделала. Но когда это будет, я не знаю. Эх. Что, серьезно, она там не горит? А, нет, горит. Значит, когда вышел, мне решили загореться. Воздуха ему не хватило. Ну, тут явно враг это. Ржавый меч, спасибо. У меня уже есть ржавый меч. Крот. Ты крот? Крот. Ты крот? Ой,
понятно. А, вот у него есть бонус жизненной силы. Сырое мясо. Ну, тут, надеюсь, пожарить можно. Тебе это смешно, а мне это грустно. А, что у нас еще здесь? Рисуешь шпинат. Ладно, пока готовить тут нельзя, значит. Обвал случился, не повезло. Если там будет здание, убить ее и мне ничего не дадут, я бегу. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Не, ну ладно, мне можно учиться, если у тебя есть броня. Теперь этот факел мой друг. Я без него уже никуда не пойду. Так, так. А он длинные руки разносит до туда. Нет, давайте пойдем осторожненько катить. Эй! Кто ты, друг? Пиздечка, ты чего? Это такой падальчик? Ну ладно. Нифига себе, она еще и ворачивает. Не, мне тут явно нужен лук, все. А чё, вон же две стороны, можно взять. Так, факел, мой друг. Лесная ягода возьмем. Лесную ягоду возьмем. Старый меч возьмем. Давайте посмотрим, дубинка у нас, что у нас. Все про не считаю, старый меч у нас. Требует силы 12, да? А дубинка, ты чё у нас тут урона? А, дубина вообще тоже слабая, ну ладно. Надеюсь, ты не улетел, да, не улетел. Не бить меня! Ладно, понятно. Так. Чё, насадский гриб? Как принять на Ctrl-V? Ладно, пока хватит нам ХП. Всё, пошли. Мой факел. О, растение, отлично. Короче, лист возьмем, серафист тоже возьмем. Там их два еще. Блин. Нет, все, я хочу лук, точно. Лук или арбалет. О, там еще люди, отлично. Не хотел бы я оказаться на его месте. Спасибо. Что это? Пока меня не впутали. Как это понимать? Каждый раз одна и та же история. Люди всегда болтают. Эй, ты! Что тебе? Просто хочу предупредить тебя. Дальше начинаются наши охотничьи угодья. Понял. Спасибо. А к чему это? А на кого вы охотитесь? В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться, если, конечно, знаешь, как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было. Ладно.
Почему это место настолько опасно? Ты новенький, да? Каждое место в колонии опасно, да. Так или иначе. Безопасны лишь дороги между лагерями. Да и здесь можно набрести на волков, которые посчитают тебя легкой добычей. И ты действительно ею станешь, если не подберешь себе нормальное оружие и доспехи. Любое место опасно, жизнь — это опасная штука. Где можно найти хорошее оружие? Ближайшее место — старый лагерь. Просто иди по тропинке, она приведет тебя туда. Но в нашем новом лагере можно достать вещи дешевле, если, конечно, знаешь нужных людей. Если окажешься в старом лагере, разыщи Мордрога. Он один из нас. Немного руды, и он продаст тебе все, что нужно. Отлично, спасибо, Мордор. Расскажи мне что-нибудь о колонии. Для того, чтобы добраться от одного лагеря до другого, нужна карта. Сэкономишь время и не будешь бестолку плутать по дорогам. Тупик может оказаться опасным ущельем, где обитают твари, которых лучше обходить стороной. Не приближайся к старым развалинам. Их здесь много вокруг. Большинство из них — обломки укреплений времен Первой войны с орками. Попадаются и брошенные оркские норы. Среди развалин можно встретить орков, а иногда кое-кого и похуже. Я стараюсь не ходить туда, особенно ночью. И еще один совет. Не стоит заходить в лес. Вообще, можно где-то быть находиться в этой игре? Где я могу раздобыть карту? Расспроси людей в старом лагере. Где-то там должен жить картограф. Может, тебе даже удастся стянуть у него одну из карт. Если получится, прихвати одну для меня, ладно? Хорошо. Не, интересно, зачем эти карты? Разве он не продает их? Ну, если у тебя есть чем заплатить. И что я получу за нее? Ты всегда можешь рассчитывать на меня, малыш. Малыш, спасибо за помощь. Благодарю за помощь. Не думай, что все будут такими же дружелюбными, парень. Карманы у новичков обычно пусты. Но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Хорошо, спасибо. Так, я не хочу в это ввязывать. Мне нужно знать... Как их убить? Ты ведь охотник, так? Похоже на то. А что тебе нужно? Мне очень бы пригодилась пара советов. Я могу научить тебя нескольким хитростям, но все здесь имеет свою цену. И сколько же это будет стоить? Для начала один добрый глоток пива, а там посмотрим. А вино не подойдет? Вот, пей пиво и расскажи мне об охоте. Пиво было даже. Ладно. А, да, я ж пиво там стырил в шахте. Падальщиками мы называем этих больших птиц. Атаковать их нужно поодиночке. Довольно легко выманить одного падальщика из стаи. Когда ты подойдешь поближе, птица сперва забеспокоится, а затем помчится на тебя. Ты должен уже ждать ее с оружием в руках. Если тебе удастся нанести удар, прежде чем тварь укусит тебя... Не останавливайся, продолжай драться, и ты одержишь победу, не получив ни единой царапины. Если же она ударит тебя первой, ну, не стоит до этого доводить. Отлично. Можешь ли ты рассказать мне еще об охоте? Могу, но пивом ты тут уже не отделаешься. Что тебе нужно? Если знаешь как... то с убитой твари можно снять шкуру, забрать клыки и когти. Это не так-то просто. Сколько? Но подобные трофеи высоко ценятся. Сколько? Любой торговец с радостью купит их у тебя. Сколько? Я хочу научиться разделывать добычу. Что тебе нужно? Ни хрена. Нифига. 100 руды, 50 руды, 100 руды, 50 руды.
Вы такие цены где нашли вообще? Твои советы стоят недешево. Но с их помощью ты заработаешь немало руды. Туша зверя, которую ты не умеешь разделывать, просто сгниет без пользы. А ты потеряешь возможность задорого продать его шкуру. Выходит, ты рисковал зря. На твоем месте я постарался бы научиться всему как можно быстрее. Ладно, понятно, спасибо. Так. Скорее всего, ты прав. Скорее всего, я прав, то что... Больше этого не случится. Не хотел бы я оказаться на его месте. Держи это при себе, людям не обязательно знать об этом. О, привет, это Патфер. Больше этого не случится. Патфер. Так, куда мы теперь пойдем? Нам нужно идти в лагерь. Я хочу карту. Были времена, когда все было совсем по-другому. Они ничего не видели, мы их обокрали, все, мы пошли. Я не знаю, лучше ли она, но она сложная. Это не то, что я верю. Так, Дрог, привет. Дрог, привет, малыш. Да стой ты на месте. Слушай, все. Так. Че, и шкуру думаешь, можно забрать у них сейчас? Держись. Нет, видишь, нельзя забирать их. Скорее всего, ты прав. Нет, я скорее всего, если я не обучен, я не могу их пользоваться. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Так, ладно. Не будем никого трогать. Я больше не слушаю всякую трепотню. Да, я тоже согласен. Его было более теперь лишнего. Были времена, все было совсем по-другому. Да, я согласен, было времена и было легче. Так, там человек. Там этот. Так, в лес мы не пойдем пока что. О, привет, малыш. Эй, малыш. Доступен новый уровень, ура! А я играю только в это сейчас. Так. Факел. Факел. Факел мой друг, типа, всё. Факел возьми. Так. Значит, на Б. Я помню, да, на Б. Рене Ибдин. Отлично. Манна. Жизнь. Сила, ловкость. Ну вот, я получил новый уровень, а чё, прокачки тут нету? Это карта, это я знаю. Так, чё у нас тут ещё есть? Так, там через мост пойти можно, ладно. Так, да. О, мёд. Что ты, щрицы? Так, где-то были вот листики. Сюрпризы. Боюсь представить, что будут вслед в других частях готики. Ты я знаю, что это стражник, ты стражник. Ничего не скажешь, ничего, отлично. А у меня, значит, модифицированная, может, версия, я не знаю, полетами строить, их, блин. Не знаю, что в семье было, то я и взял. Его. Ага, тут можно было, блин, блин. Я хочу что-нибудь, лук, я хочу лук, все. Так. Куда мы пойдем? Где? А, надо сходить к этому Моргогу. Знаем как-то.
Ты поздно пришел, ты бы видел, как я умирал, мучился. Когда друг приходил, знали, говорит. А что такого в ней-то? Что такое, что родники, чтобы не заметили? О, привет. Куда это ты направляешься? Туда. В лагерь. От тебя не будет проблем, ведь так? Были времена, когда все было совсем по-другому. Да, я не замечал. Это же наоборот прикольно, чего такого? Я говорил, что я должен в лагерь. Я просто хотел посмотреть, что здесь. Ну и тут, знаешь ли, хотелось здесь лагерь взорвать. Ну я тут... Взорвать лагерь, дурак, что он так говорит. Диего сказал, что я должен встретиться с ним в лагере. Ладно, тогда проходи. Привратник, привратники, ладно. Ты че у нас, кто? Стражник. Трог. А, я надеялся, что можно закрыть ворота. Призрак, стражник. Так. Ты не должен верить. Чего? Эй, ты! Чего? Тебе повезло! Но я бы с удовольствием набил тебе морду. Понятно. Значит, так нельзя делать. Это выяснили еще очень давно. Так и сейчас все по-другому. Я больше не слушаю всех. Так, теперь я боюсь заходить в дома. Это очень опасно. Это было не слишком умно. Я думал, это выяснили дверь так... давно. Я больше можно... что не натыкаю. Я вроде что-то стоял там, нажимал. Нет, не нажимается. Были времена, все я думал, было это совсем по-другому. Еще очень давно. Я думал, это выяснили еще Эй, ты! Все, ухожу. Вот это удача! Все, я понял. Без разрешения никуда не заходит. Все. Эй, ты! Это ты мне говоришь? Я предупреждаю тебя. Такие типы, как ты, очень быстро попадают здесь в неприятности. Сюда бросают в основном законченных ублюдков. И они думают, что могут делать с тобой все, что хотят. Но мы им этого не позволим. Гомес хочет, чтобы в лагере был мир. И мы, стражники, следим за этим. Но эта работа обходится нам недешево. Вот почему я предлагаю тебе поделиться запасом руды. Скажем так, в знак дружбы. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. И если у тебя будут проблемы, мы придем на помощь. И в результате Почему бы нет? Только ты мне угрожаешь. Сейчас мы закончим этот диалог и проверим. Почему бы и нет? Сколько ты хочешь получить? Немного. 10 кусков будет вполне достаточно. 10? У меня 4 всего. Сейчас у меня нет этих. У меня нет 10 кусков руды. Давай сколько есть. Остальное отдашь потом. Посмотрим. Мало лучше, чем ничего. Спасибо за руду, малыш. С этого момента я буду приглядывать за тобой, пока ты находишься в лагере. Скорее всего, ты прав. Это выяснили еще очень давно. Может быть. Нет, я не веду выбор качества. Увидимся. Ты теперь ни о чем не волнуйся. Мы приглядим за тобой. Не хотел бы я. Можно пройти? Нет, конечно, нельзя. Сейчас нет выбора качества, потому что я мало стримил времени из-за этого. Я больше не слушаю всякую трепать. Но потом через какое-то время можно будет выбирать качество. Так. Я не хочу в это ввязываться. Больше этого не случится. Убери руки! Все. Еще один раз, и ты пожалеешь об этом. Блин! Похоже, назревает. Черт! У него даже нет руды! Нет, самое прикольное было, что он потом меня обыскал. Я больше не слушаю всякую трепотню. Похоже, назревает проблема.
Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Люди всегда больше не буду ничего делать. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Это, да, это мы ты это мне проходили. Говоришь? Мы это проходили, я да. Предупреждаю тебя. Такие типы, как ты, очень быстро попадают здесь в неприятности. Я боюсь, тут даже красивые чудеса. Сюда бросают в основном законченных ублюдков. И они думают, что могут делать с тобой все, что хотят. Но мы им этого не позволим. Подожди. Гомес хочет, чтобы в лагере был мир. И мы, стражники, следим за этим. Нет у меня денег, но эта работа обходится нам недешево. Вот почему я предлагаю тебе поделиться запасом руды. Скажем так, в знак дружбы. У меня нет денег. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. И если у тебя будут проблемы, мы придем на помощь. Больше этого не случится. Людям не обязательно знать об этом. Ты предлагаешь мне платить деньги за защиту? Нет, спасибо. Я сам могу о себе позаботиться. Решать тебе, малыш. Скоро ты пожалеешь о том, что отверг мое дружеское предложение. Я передумал. У меня нет 10. Вот 10 кусков руды. Возвращайся, когда у тебя будет чем заплатить. Окей, понятно. Ты не должен верить всему. Мы выяснили еще очень давно. Все, я спрятался. Возможно. Нет, давайте посмотрим. Пока меня не впутали. Это точно не моя проблема. Так. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я не хочу в это ввязываться. Тут лагерь есть друг. Я знаю, что есть друг. Эй, ты! Все, я понял. Нет, тут точно они есть, ладно. К этому мы тоже не пойдем. Найти бы еще этого картографа. Ты кто? Ты новенький, да? Я тебя здесь еще не видел. Меня зовут Слай. Я предлагаю новичкам работу. Отлично, я согласен. Давай, я у согласен. У тебя есть для меня работа? Какая? Пропал один из наших стражников. Его зовут Нек. Он мог переметнуться к новому лагерю. Ты новенький. Ходишь повсюду и не вызываешь подозрений. Так что смотри в оба. Найдешь его, и я замолвлю за тебя словечко в лагере. Хорошо, я согласен с тобой. Что мне с того, что ты замолвишь за меня словечко? Для того, чтобы присоединиться к нашему лагерю, нужно заручиться поддержкой многих. Если я поговорю с Диего, тебе это очень поможет. Диего и так мой друг, если я попробую найти Нека. Я постараюсь найти его. Если встретишь Флетчера, расспроси его про Нека. Флетчер забрал его район с тех пор, как Нек исчез. Где мне его искать? Его район находится возле арены. Так, Флетчера найти. Блин, я сейчас забуду половину вещей, которые говорят так. Костра картограф был сейчас. Греча. Этот. Пока меня не впутали. Нет. Я не хочу с тобой говорить. Мне нужен картограф, это вот этот. Это было не слишком умно. Этот не хочет со мной говорить, Греча. Были времена, когда... Я здесь новенький. Кто ты? Я идол братства спящего, и зовут меня Таран. Ладно. Что такое братство спящего? Так мы называем братство последователей новой веры. Наш лагерь находится среди болот на востоке. Я пришел сюда, чтобы нести слово спящего иноверцам, таким как ты. Не обязательно знать об этом. Ничего не кто понимаю. Кто такой спящий? Спящий? Это наш спаситель. 5 лет назад он явил себя нашему наставнику Юбериону. С тех пор мы отреклись от трех богов. И тебе тоже.
стоит отвергнуть их. Из своей небесной обители они лишь наблюдают за тем, как мы томимся в этой темнице. Но спящий приведет нас к свободе. Так, второй лагерь — это братство. Ладно. Как добраться до лагеря братства? Я не могу оторваться от дел, но сейчас в этом лагере находится идол Парвес. Ты найдешь его у рынка, по другую сторону замка. Кажется, у него даже есть там своя хижина. Да, и сколько с вами говорить-то можно? Расскажи мне об учении спящего. Мощь спящего неизмерима. Возможно, он даже сильнее Иноса, бога света. Дух его с нами. Но сам спящий еще не набрал полную силу. Тысячу лет он провел во сне, но момент его пробуждения близок. Мы были избраны нести людям слово его. Мы же станем свидетелями его пробуждения. Знай, что те, кто присоединятся к спящему, обретут бессмертную душу. Неверных же ждет беспощадная кара. Но в бесконечной милости своей спящий посылает доказательства своей силы всем, кого терзают сомнения. Это было не слишком умно. Это точно не моя проблема. Отлично. Какие доказательства своей силы посылает твой бог? Он говорит с нами в видении. Те, кому хоть раз довелось услышать его голос, больше не сомневаются в силе спящего. На болоте растет трава, которая поможет тебе стать ближе к спящему и услышать его голос. Некоторые из нас даже видят посылаемый им образ. Ясно. Каким же он будет, этот путь к свободе? Все мы готовимся к великой церемонии, в ходе которой наши братья объединят свои силы и призовут спящего. И тогда всемогущий откроет нам путь к свободе. Если ты думаешь... Я должен попасть в замок. Ты можешь помочь мне? Боюсь, что нет, брат мой. Ворота замка открыты лишь для тех членов братства, кто доставляет Гомезу болотник. Часть собранной на болотах травы мы продаем старому лагерю и получаем взамен вещи из внешнего мира. Если бы ты был одним из гонцов Кор-Галома, то без труда проник бы в замок. Но прежде ты должен стать одним из членов братства. Но что за дела у тебя в замке? Это было не слишком умно. Нет. Я должен встретиться там с одним человеком. В самом деле? И с кем же? Почему ты просто не подождешь, пока он выйдет из замка? Лучше ни на что не натыкаться. Тебя это, значит, не обязательно. Тебя это не касается. Хорошо, друг. Я просто хотел помочь. Не-не-не. Мы никому здесь не верим сейчас. Всему, что слышишь. Друг, привет. 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 Я здесь новенький. Меня зовут Грэхэм. Я рисую карты. Я тебя раньше не видел. Что тебе нужно? Я хочу купить карту. Я хочу купить карту. Даже две. Карту. Дайте мне две карты. Конечно. Какая тебе нужна? Чем больше всего на ней изображено, тем дороже она стоит. Так, всегда и бывает. Так, цена 50. Держись, может быть, лучше ни на что не натыкаться. Набросок. Некоторых людей ничего не учат. Я думал, это выяснили еще очень давно. Подожди-ка, давай-ка сделаем так. Набросок. Это точно не моя проблема. Ты не сказал бы, что палево прав. Так. Веришь кому-то и в результате попадаешь в неприятности.
Так всегда и бывает. Давайте возьмем тогда эти две карты и эту карту. В общем, от старого лагеря. Так, 190, да? Пища на момент, магия, пища, оружие. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. У нас всего 19. Я не хочу в это. А у меня показывает. Что-то не то в этой истории. Я больше не слушаю всякую трепотню. Держи это при себе. Я думаю, что старые монеты не принимаются, да? Люди всегда болтают. Каждый раз одна и та же история. Больше этого не случится. Горячий факел не принимается, не дай его. Покал. Это точно не моя проблема. Похоже, назревает проблема. Я не хочу в этом. Ну, что поделать? Ну, прости. Так, понятно. Значит, пока у нас нет денег, надо 50, как минимум. Надо 100. Ну, в модах тут лучше просто пофиксим некоторые вещи. Либо его обокрасть можно, но его мы играть не будем, иначе нас убьют. Понял, понял, все, все, ухожу, ухожу, ухожу. Умный мальчик! Так. Рудокоп, 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 это тоже рудокоп. Так, нам нужен еще человек найти, а у нас все равно еще это. Виктор, Лутер, нам надо другого какого-то. Так. Так, кого нам надо найти, я чуть не помню. Мне эти болотный лагерь, нет, мне нужно исчезнуть и сразу найти. Я найду человек, он думает, что устроенный. Он просто мне артит Флетчера, так. Мы идем к Флетчеру. Тут и замок что-то большой слишком даже. Привет, парень. Я Фиск. У меня есть товар на любой вкус и кошелек. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, обращайся ко мне. Доспех, у тебя есть для меня доспехи? Просто дай посмотрим. Уверен, что мы что-нибудь обязательно подыщем. У нас 19 есть. Ёбарзе-те. Покажи мне, что у тебя есть. Руда. Отмычка. Рамечка. Ёбарзе-те. Понятно, у нас ничего нету. Так, Фиск, стражник. Рудокоп. Ты кто да еще? Да прибудет с тобой спящий незнакомец. А я здесь для того, чтобы наставить тебя на путь истинный. Ну, давай какой послушаем же тебя еще. Путь спящего. Лишь он способен сделать нас свободными. В нашем лагере гуру готовят великую церемонию. Они хотят призвать спящего. До сих пор он говорил с нами в видениях, но теперь пришло время увидеть его воочию. Для этого нам понадобится много последователей. Объединив их духовную силу, мы пробьемся к нему. Наш лагерь находится недалеко отсюда, на болотах. Если хочешь, я могу отвезти тебя туда. Какой мне резон присоединяться к вам? Возможно, ты станешь одним из избранных, кто получит от спящего магический дар. Или ты достоин высшей чести стать стражем. Только лучшие из воинов
могут носить это звание. Я не лучший ворон. Если будет на то воля спящего, ты можешь даже совместить оба этих занятия. Лучшие стражи также обладают магическим даром. Как видишь, наше братство предоставит тебе массу возможностей. Стоит подумать об этом, прежде чем ты решишься присоединиться к какому-нибудь другому лагерю. Кто такой спящий? Спящий говорит с нами во снах и видениях. Он указывает нам путь с тех самых пор, как Юберион впервые услышал его голос. Это было 5 лет назад. Все члены братства отвергают 3 богов. Мы молимся о спасении лишь спящему. О спасении от чего? О спасении из этого проклятого места, разумеется. Спящий укажет нам путь к свободе. И что говорит вам спящий? Он привел нас на болото, к руинам старого храма. Там мы построили новый лагерь. Он даровал нам свободу. Никто из нас не гнет спину в шахтах. Он открыл нам волшебную силу болотника. Мы продаем его другим лагерям и в обмен получаем все, что нам нужно. Некоторых из нас он наградил магическим даром. Эта магия куда более древняя и могущественная, чем та, к которой привыкли жители колонии. Расскажи мне о магии спящего. Этот дар позволит тебе силой разума творить чудеса. Лишь гуру нашего братства посвящены в секреты магии спящего. А, то есть у тебя нет магии? Так, к нему пока мы не пойдем. Отведи меня в свой лагерь. Блин, я хочу посмотреть на него. Очень хорошо. Я пойду впереди. Иди, следуй за мной. Подожди. Нет. Куда пошел? Погоди. Нет, я не хочу с тобой. Нет, я не пойду с тобой, Сань. Даже стой. У меня тут задание есть, Сань. Где? На кое? Шакал. Ты еще кто такой? Кто-то новенький. Что тебе нужно? Тебе что я нужно? Хочу предложить тебе помощь. Ты здесь новенький, а новички всегда попадают в неприятности. Ты можешь избежать их по очень доступной цене. Всего 10 кусков руды, парень. Всего-то? Здесь даже говорить не о чем. Чё, откажемся от этих, чего делать? А что, если я откажусь платить? Эй, парень, не напрягайся так. Ты здесь еще новичок, тебе многое предстоит узнать. Я не хочу на тебя давить. Подкопи руды, заплатишь, когда будешь готов. Вот, ты можешь сделать это когда угодно, но пойми и меня. Не стоит рассчитывать на мою помощь до тех пор, пока ты не поможешь мне справиться с текущими расходами. Еще увидимся. Ты только береги себя. Вот шакал мне нравится, он хороший. Он хотя бы красиво говорит. Но денег я не дам, менее ты вот там. Так. Рудокоп, ладно. Так, там точно тоже чувак был. Что так. Тебе нужно? Мне ничего не нужно, Сань. Запрыгнул? Нет, не запрыгнул. Нет, не запрыгнул, ладно. Значит, придется обходить все это. Где там? Или я пропустил, где-то лестница была, я видел. Нет. Ладно, план Б. Нет лестницы, значит, есть у нас это. Стоять, а что у нас здесь? Ага, понятно. А, ты сразу думал, ты человек какой-то важный. Ты тоже человек. Не-не-не, я сюда не пойду. Тут у нас все мирно. Так, тут нас кто спит, тут кто спит.
Даже воровать ничего нельзя. Хоть воровать плохо, но тут воровать нельзя. Ты эй, кто? Новенький. Меня зовут Мордрак. Запомни это имя. У меня ты можешь купить все, что тебе нужно. Конечно. И по хорошей цене. Ну давай покажи. Покажи мне, что у тебя есть. Выбирай. Фигурка. Бритвенный нож, амфора, соль, флакон, бокал, тарелка, стволон, факел, звук, ты. Но у тебя нет оружия. Так. Так, что, у всех одна так цена такая же будет. Факел стоит 2, бокал тоже стоит 2. Они покупают за 1. Ладно. Покажи. Выбирай. Да, тут нечего выбирать, спасибо. Так, ладно, чувак, пошли. Теперь ты меня видишь. Нет, ладно, наглую вырвать не буду. Пошли, пошли, идем. Может, у вас будет подешевле хоть. Стой, подожди, идем. Жди здесь, я сейчас приду. Блин, ты еще взламывать ничего не умеешь. Ты, чувак, кто такой? Что ты играешь? Ты умеешь лазить. Да кто? О, Флетчер! Что мне надо говорить? Эй, ты! Если собираешься заплатить за защиту, ты выбрал для этого неправильный день. Почему? Да? Да? И почему? Потому что меня здесь нет. А где ты есть? А, и где же ты в таком случае? Я в замке. Сижу возле большого костра. В руках кубок с пивом. Тогда почему же я с тобой разговариваю? Да потому что Нек пропал, а это его район. И до тех пор, пока он не появится, Торус приказал мне стоять на страже. А, ты не знаешь, не знаешь, где сейчас может быть Нек? Не знаю, да и узнать неоткуда. По-любому местные рудокопы должны что-то знать. Вот только не будут они говорить со стражником. Особенно сейчас. Ведь они знают, как я ненавижу эту чертову работу. Уверен, они смеются у меня за спиной. Почему бы тебе в отместку не собрать с них еще денег за защиту? Нек уже сделал обход, прежде чем исчезнуть. Теперь у них в карманах пусто. Я по поводу Нека. Да? Никаких новостей. Держи меня в курсе. Спасибо. Эй! Так. Эй, да. Ты. Кто? Я? Ты сам знаешь, к кому я обращаюсь. Вот что я тебе скажу, сынок. Это мой район. И мне не нужны неприятности. Но новички вроде тебя всегда становятся их причиной. Особенно, когда шляются без дела по ночам. Так почему бы тебе не отправиться домой и не позаботиться о том, чтобы я больше тебя здесь не видел? Как раз напротив арены есть пустой дом. Ты узнаешь его по навесу. Отправляйся спать. И если я поймаю тебя в какой-нибудь другой хижине, я лично прослежу за тем, чтобы ты очень пожалел об этом. Я знаю правила.
Так, значит, утром мы пойдем разговаривать, ладно. Осталось найти только наковальня. Чего он ходит и смотрит за мной? Это вот этот дом свободный? Чё, где у меня факел впереди? Нифига себе, так-то мне домик отдали. Двухэтажный. И чё, где спать-то я буду? Или это не домик мой? Он же под навесом весь. А, это не домик, ладно. Так, это арена. Это понятно. Классно найти домик под навесом. О, сковородка. Ладно. Так. Где мой домик? Где мой дом? Дайте мне мой домик, я хочу где-нибудь поспать. Домик, 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 где ты? Это было не слишком умно. Совсем по-другому. Сорян, стой, что тут за сорян? Тихо, успокойся. Так, мне нужно найти мой домик. Где я спать буду? Да я хоть здесь могу бы спать, что у меня? Нет, какая разница здесь спать. Все, я сплю. Спать до утра. Ты хорошо выспался. Все, давай, проснулся. Молодец, проснулся. Давай, вставай. Давай. Значит, это мой дом. Я тоже думаю, что-то нифига не навес. Ну да ладно. Так. Это призрак. Нам надо найти на это. Нет, там надо поговорить с этими. Гар, Карин, Карго, Фирго. Ты кто? Скати. Стражник. Чили камень. Это точно не моя проблема. Так, я попал в арену, так называемую. Так, нужно поговорить с рудокопами. Они кто-то же должен дознать. Я не хочу в это ввязываться. Это точно не моя проблема. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Как дела? Скоро ты все поймешь. Всегда будь начеку. Особенно по ночам. Знаешь, сколько я уже не спал по-человечески. А если ты не спишь в этой колонии, считай, работаешь в две смены. Мне нужен не друг. На что здесь стоит обратить внимание? Если тебе нравится азарт, приходи по вечерам к арене. Если хочешь купить что-нибудь, отправляйся на рынок. Или ты про Диего говоришь? Там продают практически все, кроме карт. Если нужны карты, тебе стоит увидеть Грэхэма. Его дом находится напротив ворот замка. Кто здесь главный? Гомес. Он живет в замке. Но нам, рудокопам, и со стражниками проблем хватает. Тебе лучше не вставать у них на пути. Впрочем, это не моя проблема. Отлично.
Как мне присоединиться к этому лагерю? Я всего лишь рудокоп. Мне нечего тебе сказать. Тебе нужно поговорить с призраками или со стражей. Ладно. Где находится Торус или Диего? Давайте. Где я могу найти Торуса? Обычно он стоит у входа в замок. А зачем мне Торус вообще? Мне нужен Диего. Где я могу найти Диего? Обычно он проводит день у входа в замок вместе с Торусом. Ага, хорошо, спасибо. Я сомневаюсь, ты думаешь, что когда-нибудь изменится. Так. Так. Я больше не слушаю. Некоторых людей... Я хочу стать одним из вас. Давайте. Я хочу стать одним из вас. Не понимаю, зачем тебе добровольно соваться в шахту. Парни вроде тебя обычно быстро переезжают в замок. Я хочу стать одним из вас. Не понимаю, зачем тебе... Обязательно, понял. Спасибо. Давай... Были... Понятно, здесь тоже ничего нету. Ты должен следить за тем, что говоришь. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Это было не слишком умно. Угу. Галь. Привет, ты кто? Привет. Я тебя раньше не видел. Ты новенький? Только что прибыл. Ты уже решил, в каком ты будешь лагере? Нет. А что бы ты посоветовал? Ну, я думаю, у каждого лагеря есть свои плюсы и минусы. До тех пор, пока не примешь решение, ты можешь жить здесь. Этот дом только что освободился. А, вот где можно спать. Что хорошего в старом лагере? Если ты платишь стражникам за защиту, жизнь у тебя будет довольно спокойная. Они вытаскивают своих подопечных из всех неприятностей. Ну, почти из всех. Помимо этого, здесь ты можешь задешево покупать товары из внешнего мира. В других лагерях они тебе будут явно не по карману. А что будет, если двое из тех, кто платит деньги за защиту, затеют драку между собой? Тогда стражники подождут, пока один не прикончит другого. А затем убьют победителя. Здесь с этим просто. Что здесь ценится больше всего? Все, что приходит из внешнего мира. Хлеб, сыр, бекон. Больше всего ценится вино и пиво. Недрянной рисовый шнапс из нового лагеря. А настоящая добрая выпивка. Здесь хорошие цены на оружие, а доспехи очень дорогие. Ты про Диего говоришь? После бунта стражники забрали себе доспехи прежних надсмотрщиков. Стражников легко узнать. Ведь доспехи продаются только им. Чужак никогда не сможет купить себе хорошую броню. Ладно. Так. Ладно, хватит о старом лагере. Лично мне здесь нравится. В каком из домов я могу остановиться? Я уж нашел. Вон та хижина с небольшим навесом сейчас пустует. Так, хижина, где это? Скорее всего, ты... Были времена, когда все было совсем по-другому. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Так, ладно, пойдем найдем Диего. Ты не должен верить всему. Побуй жуков. Это было не слишком. Ты не должен верить всему. Будем тырить так, значит. Может быть. Я больше... Давай поговорим о чем-нибудь еще. Так, ты... Так, они там говорили, то, что он где-то на входе в замок. Были времена, значит, когда все было совсем... Значит... Вот повар, вот повар. Так. Как дела? Не так уж плохо. Если умеешь хорошо готовить, у тебя здесь будет много друзей.
Хочешь попробовать тушеный рис? Спасибо. Знаешь, ты мог бы мне помочь. Да. Подожди, подожди, подожди. Что я могу для тебя сделать? Ты, должно быть, любишь вкусно поесть. У меня тут новый рецепт. Рагу из мясных жуков по-сневски с грибами и рисом. Ты получишь самую большую порцию, если сможешь принести мне 3 жуков и несколько адских грибов. Я думаю, 5 будет достаточно. Выходишь через южные ворота, там еще разрушенная башня. И прямо перед тобой будет пустырь, на котором растут грибы. Звучит неплохо. Так, ладно. Тогда иди и раздобудь то, о чем я тебя просил. Я уже отправил одного за припасами, но он так и не вернулся. Небось, сбежал в новый лагерь. А как ты звал? Как звали того парня, которого ты посылал до меня? Нек, он как-то не прижился здесь. Я думаю, сейчас он уже в новом лагере. Я отправил его собирать грибы, но он так и не вернулся. Где можно найти мясных жуков? Да на любой свалке. Загляни в пустые дома у стены замка, там наверняка найдешь парочку. И пусть тебя не смущает их вид. Рагу из них получается просто объедение. Ага, понятно, все, понял. Теперь мы знаем, где Нек, отлично. Эй, парень! Ты новенький? Я тебя раньше не видел. Тебе что нужно? Я пройду с тобой немного, ладно? Уверен, тебе сейчас нужен друг. Почему бы и нет? Идем. Здорово! По дороге мы сможем поговорить. Скажи, а куда мы идем? Или это будет сюрприз? Я люблю сюрпризы. Ой, так. Так, подожди, так, мы теперь думаем. Через южные ворота. Пошли. Ты идешь? Ты идешь, пошли. Теперь у меня есть воин. Это уже хорошо. Но надо сохраниться. Пошли, малыш. Так. Чего? Не обращай на меня внимания. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. Так, миссия не выполнена, я ищу Нека. Чего тебе надо? Эй, ты тот самый парень, который хочет присоединиться к нашему лагерю. А что если так? Я мог бы помочь тебе. И как? За лагерем расположились 2 типов, один из которых украл кое-что у баронов. Это драгоценный амулет, который должны были прислать с последним грузом. Пока он еще у них. Я думаю, вдвоем мы с ними справимся. Что скажешь? Так, нас уже 3. Уже хорошо. Ладно, дай знать, когда будешь готов. Пошли. Пошли. Я готов. Пошли за амулетом. Пошли, 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 ладно, идем. Куда мы идем? У тебя есть какой-нибудь план? Да пошли, вон, видишь, я уже работу на нашел. Пошли быстрее. Все, пошли, 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 пошли. На сер 3. Вообще замечательно. Были времена, когда все было совсем по-другому. Давай, не отставай, пошли. Все было совсем по-другому. Так, Грин. Теперь мне нравится эта игра. Все. Мы нашли команду целую. Ну вот мы и пришли. Подальше от твоего друга Диего. Я должен передать тебе привет от Бладвина. Ты ищешь тихое место? Где мы сможем поговорить и все такое? Валим, 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 предатель. Валим, 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 предатели они. Возвращайся, трус! Больше этого не случится. Что за фигня? Это был хороший. Ты об этом пожалеешь.
Я бы сказал, чистая. Хороший бой. В любом случае, эта руда тебе уже не пригодится. Назревает проблема. Чего ты мне не помог, предатель? Зато мы можем сделать так, все. Чего тебе? Обращай на меня внимание. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. Что-то не то в этой истории. Она хотя вовремя сохранилась. Так, ты сволочь, я тебе не верю, пошел на. Эй, отстань. А что если я мог бы... И как? Пока он... Я знаю, это все спустя. И что будет, когда мы отберем у них амулет? Дальше все просто. Я верну амулет и получу свою награду. Еще я скажу им, что ты помогал мне. И ты будешь у Гомеса на хорошем счету. Ты мне дашь половину награды. Нет, либо делим награду пополам, либо можешь отправляться туда один. Ладно, ладно. Пополам так пополам. Думаю, нам обоим хватит. Так что, я могу на тебя рассчитывать? Ладно, идем. Ладно, я не хотел. Дай знать, когда будешь готов. Блин, ладно. Все, так. Куда мы идем? У тебя есть какой-нибудь план? Это точно не хотел бы я оказаться на его месте. Сначала мы идем за одним чуваком. Пошли. Может быть. Будем считать, что южные ворота те дальние. Я думал, это выяснили еще очень давно. Так. Люди всегда меня не втали. Разберемся с теми. А с кем мне нам нужно выбрать просьбу Снефа, да, вот, просьбу Снефа. Порис выкипилось мне найти для него 3 мясных жуков и 5 адских грибов. Он хочет попробовать новое блюдо. Я тоже смогу попробовать. Все интересно. Это хардкор-то. Сохраняться не зря тут придумали. Так, нам нужно лагерь. Если сохранение здесь придут, значит, все можно так делать. Значит, все ведь чисто. Каждый раз одна и та же история. Должен следить за тем, что... Тихо. Лучше ни на что не натыкаться. Это было не слишком умно. Понятно. Всегда болтаю. Все, понял, я пошел туда. Не обращай пошли. На меня внимания. Пошли. Я... Все. Да пошли, на. Пошли, мой друг. Вообще ужасно. Да, это было неожиданно и очень обидно. Я думал, это выяснили еще очень давно. Этого не случится. Ты не должен верить всему. Я вообще никому уже не верю. Это точно не моя проблема. Совсем по-другому. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Это было не слишком. Ты где? Идешь? Если ты думаешь. Что-то не то в этом. Ты что? Тебе что надо от меня? Меня зовут Сэм. Я организую ставки. Каждый вечер на арене устраиваются бои. А рудокопы и призраки ставят руду на любимых бойцов. Хочешь поучаствовать? Что мне нужно сделать? Приходи вечером, когда все соберутся. Дождешься выхода своего бойца и обратишься ко мне. Я возьму твою руду и выплачу выигрыш, если твой боец останется стоять на ногах. Но не более одной ставки за вечер. А то были тут у нас случаи. Я не хочу в это ввязываться. Понятно. Тогда все, пошли. Че, где ты? Ты должен следить за тем, что... Похоже, назревает проблема. Где мой друг-то? Куда он потерялся? Давай поговорим о чем-нибудь еще.
Я больше не слушаю всякую трепотню. Подожди, а где выход? Я что-то заблудился, похоже. Мы потеряли моего друга. Где мой друг? Вот где он? Мы потеряли моего друга, отлично. Ну, давай бей. Я вообще, да я сейчас найду, надеюсь. Чё этот застрял монстр? Я сейчас не переживаю, найду. А, я его убил уже, всё. А, нифига, он живой. Ладно. Все начали застревать тут, значит нам пора искать моего друга. Что ты делаешь? Колотишь, да? Молодец. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Давай поговорим. Каждый раз одна и та же история. Привет, твой. Ты не должен верить всему. Это точно не моя правда. Что-то не так в этой истории. В общем, я знаю, что делать. Мы потеряли моего друга, значит, мы его так найдем. Не обращай на меня внимания. Хорошо, пошли. Только попробуй сейчас навернуться. Может быть. Не хотел бы я оказаться на месте. Больше этого не случится. Я буду сейчас каждый раз оборачиваться, смотреть, есть ли он что-то или нет. Больше этого люди не случится. Люди всегда болтают. Больше быть, этого не случится. И где ты, мой малыш? Почему привет, призрак. Ужасно. Очень сложно добывать и драться. Очень сложно. О, блин, чё ты меня пугаешь, монстр? Что? Куда мы идём? У тебя есть какой-нибудь план? Ой, давай поговорим, давай поговорим. Может, хоть немного помолчать? Ты не мог бы заткнуться, хотя бы на минуту? Конечно! Все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Люди всегда болтают. Не хотел бы я. Да вот именно, люди всегда болтают. Больше этого некоторых людей ничего. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ладно. Надеюсь, это южные ворота. Разница, да.
Так, 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 так. Их тут трое. Нет. Нам надо сразу забрать и убежать. Теперь бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Ты здесь? Ух, ты здесь, ладно. Так, нам тут сохранится. Восьмая сохранение, все, пошли дальше. Эй, ты! Чего тебе? По-моему, я тебя здесь еще не видел. Я вышел правильно. Только что. Я только что сюда попал. Будь осторожен. Снаружи довольно опасно. Спокойно себя можно чувствовать только в лагере. В лагере тебя еще побить могут за это. Нет, радио. Держись. Так. Ни на что не натыкаться. Люди всегда болтают. Пошли сейчас убьем трех жуков так раз и все. Надеюсь, вы умрете быстро. Отлично. Так, не смогу. Чего ты не хочешь брать? Дай мне мой факел. Не схожу. Чего хочешь сказать, ты его взять тебе не хочешь? Их три дружка. Вино, сливки, рыбу, рис, адский, мясо жука. 4, а, отлично, все, у нас все есть. Пошли, теперь мы пойдем к повару. Но мы не нашли Нека. Вот это проблема. Похоже, назревает проблема. Я больше не слушаю всякого трепотного. У меня нет никаких проблем, я спокойно иду, ничего, ничего не трогаю. Чувак, привет, смотри. Чувак, я пришел. В смысле? Адский гриб 6 штук. А, 9, а, у нас уже К2, шикарно. Я не посмотрел. Не понял. Где мой малыш? Он опять потерялся. Может быть, но кого я думал, это выяснили еще очень давно. Некоторых людей ничего не учат. О, привет, ты тут. Я думал, это выяснили еще очень давно. О, ты живой, что ли? Да стоит на месте уже, наконец-то. Так, факел собираем, пошли. Мэтт, как ты там, где ты? Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Где он? Некоторых людей ничего не учат. Чё за, блин, призрак? Не бей по голове меня. Где он? Как он опять потерялся? Этого не случится. В общем, я потерял твоего друга. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь люди всегда. Ну что поделать, теперь нет нашего друга опять. Каждый раз одна и та же история. Похоже, назревает проблема. Ты ищешь тихое место? Появился. Где мы сможем поговорить и все такое? А ты сам прячешься где-то в этом тихом месте, где. То есть, то нету его.
Надеюсь, ты хорошим потом будешь, друг. Это достал все ингредиенты. Я достал все, что тебе нужно. Отлично. Осталось только добавить это в котел, и рагу будет готово. Погоди. Ну, давай. Вот возьми и сам убедись, как это вкусно. Может быть, мы ходим кругами? То есть я не знаю, куда ты хочешь прийти. Давай поговорим с тобой. Не хочу с тобой говорить. Так, это мы выполнили задание. Нет, мы пока сейчас нашли стражник. Нам надо. Закрываем. После этого его ни разу не видел. Отлично. Значит, мы пойдем сейчас. Пошли. Сажу южные ворота. Пойдем побьем сначала за крысу. Так, ты не должен еще верить всему. Я не хочу в это ввязываться. Да не ввязывайся, в чем проблема. Разорались тут. Может быть. Люди всегда... Это было здорово. Спасибо, что взял меня с собой. Нужно будет повторить эту прогулку. У меня сегодня еще масса свободного времени. Чего? Я думал, ты хочешь сбежать от меня. Здесь все, пошли. Потеряшка. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Я уже привык к тебе. Скорее всего, ты прав. Мне с тобой хорошо. А тебе как? Да, кстати, где ты спишь? Можешь оставаться у меня, нет проблем. Он меня достал уже. Сдался мне за другу. Блин, я тебя послушал. Теперь жалею об этом. Так. Ладно, пойдемте сначала разберемся с этим. У меня нет подходящего оружия. Мы еще встретимся. В смысле, у тебя нет подходящего оружия? Тебе что, может, оружие дать? Кстати, почему ты здесь оказался? Ты вообще любишь животных? Не все их любят, и поэтому меня зашвырнули сюда. Ты не мог бы заткнуться? Хотя бы на минуту. Конечно! Как скажешь, спасибо. Так. Адский гриб. Пища. Ладно, мы этих убили, это уже хорошо. Я не знаю, что это за жук, но он может быть сильным. Ну, ящерка, ладно. У меня нет подходящего оружия. Сейчас, мы еще встретимся. Так, ладно, пойдем дальше. Что у нас? Нет, нам надо похилиться. Ладно,
Ладно, пока нам хватит, пошли. У меня нет подходящего. А я знаю, что это ничего нет. Мы еще встретимся. Давай. Нам придется их убивать, чтобы найти этого нета. Он явно там сидит, наверное. Почему у тебя нет оружия? Объясни мне это. О, нет, привет. Подожди. Старый топор. Ночная тьма. Вселенная трава. Яблоко. Да не ты, мне нужен огромный грибы эти. Битый стройник, кусок руды. Амулет убитый знак. Набраться напишет мне защита от оружия 5. Отлично. Отлично. Мы выполнили еще одно задание. Это уже хорошо. Так, куда мы идем теперь дальше? Привет, привет. Это точно не моя. Привет, Чакал. Может быть. А, нет, он. Ладно, забьюте, ладно, походу. Вот такой призрак. Пошли нас за этим идти теперь. За нашей потеряшкой. Ай, пошли, потеряшка. Пошли. Люди всегда болтают. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ладно. Так, наш малыш тут. Малыш тут, пошли. Не хотел бы я оказаться на его месте. Это точно не моя проблема. Пошли, пошли, пошли. Это было не слишком умно. Я больше не слушаю всякую трепотню. Я тоже не слушаю. Некоторых людей ничего не учат. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Погоди! Я тебя здесь да, раньше не видел. Меня зовут Сакаждый. Что мне нужно? Я знаю про ставки. Я назреваю проблема. Ничего ставки. Гай. Нет, дорогая мне сейчас не нужна. Рудокоп, 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 рудокоп. Есть здесь такие типы? Они постоянно пытаются избить меня. Они из нового лагеря. Настоящие головорезы. В следующий раз я скажу им, что мы с тобой теперь друзья. Это должно их напугать. Да блин, не думаю, что их напугаешь. Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. Пока еще никто не жаловался. Да и что толку жаловаться? Здесь каждому идиоту нужен свой меч. А хорошие мечи делаю только я. Давай поговорим о чем-нибудь еще.
Сколько времени уходит на изготовление одного меча? Смотря какой нужен меч. Обычный я делаю практически моментально. Ну, разумеется, если цена меня устраивает. Ну, а уродам вроде Уистлера приходится ждать дольше, чем всем остальным. Почему? Он мало платит? Как раз наоборот. За последний меч он заплатил мне 150 кусков руды. Парню нравятся украшения и прочие бабьи штучки. А это стоит недешево. Эй! Да ты меня совсем не слушаешь! Слушайте, слушай. Некоторых людей ничего не учат. Я бы тоже хотел здесь поработать. Уж не думаешь ли ты, что способен делать хорошие клинки? Что я должен делать? Вот, бери заготовку и суй ее в огонь. Когда металл раскалится до красна, клади его на наковальню. Готовый меч нужно опустить в ведро с водой, чтобы охладить металл. Но потом ты затачиваешь его на точильном камне. Ага. Понятно. Для всего этого понадобятся инструменты, и я могу продать их тебе. Если ты думаешь. Ну давай купим заготовки. Мне нужны инструменты. Некоторых людей ничего. 40. Похоже, назревает проблема. Кузнечный молот. Если ты думаешь, что-то не так в этой истории. Нет, я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Эти ублюдки из нового лагеря. Это случается снова и снова. Да еле пошли. Это точно не моя проблема. Ты не должен верить всему. А, он же только ночью придет этот. Блин, что ты меня пугаешь, что ли? Так, нет. Пошли, как? Ты куда пошли? Не падай. Пошли. Знаешь что? Я помогу тебе. Я замолвлю за тебя словечко, и может быть тебя при... да, теперь он меня точно достанет за все это время. До вечера. Самое дерьмовое. Ты не умеешь взламывать замок. Почему ты не умеешь взламывать? Куда ты пошел-то? Что, испугался, что ли? Ряд, мне так раз и нужен. Я по поводу Нека. Да? Думаю, я нашел его. Что? Где он? Кормит крыс. О, нет! Проклятие! Значит, теперь я останусь здесь насовсем. А я так надеялся, что он вернется. Теперь у меня появилась проблема. Какая проблема? Я по уши в долгах перед Скати. Теперь он узнает, что я занял место Нека и будет приходить сюда каждый день. А что ты им помочь не хочешь, например? Угу. Ладно, понятно.
А, призрак Слай. Слай, почему быть, это случается снова и снова? Вспомнил я еще теперь Слай. Берегись. Осторожней. Да, отлично. Прикончи его. Да. Никакой пощады. Врежь ему. Да. Слай. Давай. Ой, рака! Не отвлекайся! Интересно, кто человек умрет? Рака! Ну ладно, отступаем! Здесь многие считают меня придурком. Но ты бы не стал общаться с придурком, правда? Они увидят нас и поймут, что были неправы. Ему еще раз. Чего ты от меня отстал уже? Хороший удар. Так, слай. О, Диего. Эй, ты тот самый парень, как... А что если... Я мог бы... Поп... И как? За лагерем, пока он... Нет, не нужно. Меня это не интересует. Поговори с кем-нибудь еще. С таким характером ты здесь долго не протянешь. Дай мне знать... Ты где меня найдешь, хорошо. Ты мой лучший друг. Остальные только и думают, как избавиться от меня. Я тебе очень благодарен. Диего, я вернулся. Некоторых людей ничего не учат. Если ты думаешь, я думал, это выяснили еще очень... Расскажи мне о старом лагере. Это самый большой и сильный из трех лагерей. Гомез и его люди контролируют старый лагерь. А значит, и все поставки руды. Раз в месяц король присылает нам все, что мы не попросим. Мы держим старика в кулаке, понятно? Он присылает нам вино, хлеб, мясо, оружие. Все. Ты тоже можешь рассчитывать на часть добычи. Все, что тебе нужно, это присоединиться к людям Гомеза. А другие два лагеря? Они разделились, пытаясь осуществить свои безумные планы побега. Новый лагерь находится в западной части колонии. Они думают, что смогут просто взорвать барьер, если соберут достаточно много руды. Есть еще секта безумцев на востоке. Они выстроили лагерь посреди болота и молятся своему идолу, чтобы он освободил их. Пока он им ничем не помог. На твоем месте я бы не стал тратить время на этих сумасбродов. Расскажи мне про барьер. Тут нечего рассказывать. Для людей он непроницаем. И что будет, если я просто попробую уйти отсюда? Последний, кто пытался выбраться наружу, очень быстро превратился в покойника. Эта чертова штуковина легко впускает тебя внутрь и держит тебя здесь до конца твоих дней. Если есть способ выбраться наружу, я найду его. Ты уже торопишься убраться отсюда, а? А ведь ты только что прибыл. Береги себя. До встречи. Слушай, меня уже начинает утомлять эта прогулка. Может быть, мы поищем? Какой отдохнуть? Ты стоял все время. Ты сиди, отдохни. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Эй, ты! Что еще? Пришло время доказать, что мы на самом деле друзья. Всего 10 кусков руды. Что скажешь? Я передумал. Забирай. Вот 10 кусков руды. Вот это другое дело. Видишь, ты можешь принимать правильные решения. Теперь ты будешь платить мне каждый день. Чего, блядь? Пошел нафиг. Увидимся. Ты теперь ни о чем не волнуйся. Мы приглядим за тобой. 10 кусков в день, да иди ты.
Ты для меня как старший брат. У меня никогда не было старшего брата. И младшего тоже не было. Я был не нужен своим родителям. Но для них это было тяжело, я уверен. Я тоже так думаю. Мама, прости. Печальная история у него. Что, Слай, я тебя ищу. Ты сам откуда? А ты успокойся уже, Слай. Я нашел Нека. Я нашел Нека. Хорошо. И ты можешь это доказать? На нем был этот амулет. Смотри. Собственно, из-за этого амулета все и затевалось. А ты умный парень. Думаю, ты хотел оставить амулет себе, но в итоге ты и поступил верно. Если Диего спросит меня, я выскажусь в твою поддержку. У тебя нет ничего поесть? Я для тебя вроде как гость, так что ты можешь угостить меня чем-нибудь? Так должен поступать хороший хозяин. Этому меня научили мои друзья из Хариниса. Они любили меня. Прости, у меня нет еды. Так, какие у нас теперь задания еще? Карта для охотника, блин. Нет, давайте пойдем в замок, что нам еще делать? Как ты думаешь, к нам кто-нибудь заглянет? Из внешнего мира? Наверное, да? Нет, потому что они знают. Теперь им отсюда так просто не уйти. Можно пройти? Нет. Можно пройти? Нет. Нет. Пройти он хочет. Каждый раз одна и та же история. Что-то не то в этой истории. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Похоже, больше это ты должен следить за тем, что говоришь людям. Стой. Что такое? Ты не можешь зайти в замок без разрешения. Убирайся отсюда. Теперь, когда ты со мной, мы покажем этим ублюдкам, который уже год они измываются надо мной. Только бы их встретить. Ты должен верить всему, что слышишь. Так, ну пойдем дальше по другой. Пока меня не впутали. Похоже, назревает проблема. Сейчас убьем тогда этих двоих сначала. Опусти. Мы с тобой. Хороший бой! Больше не делай этого! Да. Мы Славе дали задание, Давид? Да, дали. Может быть... Были времена, когда все было совсем... Пока меня не впутали. Ты должен следить за тем, что говорит. Больше этого не случится. Веришь кому-то, и в результате... Были времена, когда все было совсем по-другому. Эх, ладно. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Здравствуйте, здравствуйте. Что мы будем делать с вами, мои друзья? Мне вас нужно убить. Это сделать нужно по-тихому.
Теперь, когда ты со мной... Да, я знаю, спасибо. Пошли, с этим разберемся. Это твоя вина. А, драка! Опусти оружие! Давай поговорим о чем-нибудь. Теперь драка! Ты точно схлопочешь. Хватит с него! Че, ты мы убежал? С тобой одна команда. Отлично, спасибо. Я так и знал. Об этом ты пожалеешь. Я... Скажи, а... Черт. Так. Да, теперь идем. Ой, нет, не надо, не меч. Так, так, так. Надо сначала поговорить с тем чуваком. Твой крови тут сколько? Кровь еще в лагерь принесли. Умники. Куда это бежали? Ты не должен верить всему, что слышишь. Были времена, когда все было совсем по-другому. Не хотел бы я... Они еще и туда зашли? Может, еще? Ну ладно, пофигу. Здесь, да, не обращай на меня внимания. Я всегда буду с тобой, не волнуйся. А я знаю, мой друг. Хороший удар. Окей, теперь пойдем с этим поговорим. Осторожно! Просыпайся, капуша! Да, отлично. Врежь ему еще раз! Куда мы идем? Да, отстань от меня. Пошли просто молча. Осторожно! Не хотел бы я оказаться в брешь его. Привет, друг. Здравствуй, Шакал. Может быть, ты должен следить за тем, что говоришь людям. О, охранник тебе. Ой, охранник, охотник. Я не хочу в этой истории. Лучше ни на что не натыкаться. Че, его уже больше нет? Давай тут, блин. Эй, ты! О. У меня есть болотник и эликсиры из лагеря сектантов. Интересуешься? Что такое болотник вообще? Что такое болотник? Ты новенький, да? Болотник курит, когда хотят немного расслабиться. Я хочу присоединиться к лагерю. Хочу стать призраком. Да? Хочешь доказать, что ты чего-то стоишь? Хорошо. Есть одно дело. Если справишься, я замолвлю за тебя словечко перед Диего. Какое дело? В лагере сектантов есть один тип по имени Голом. Большая шишка. Один из их гуру. Голом алхимик. У него есть рецепт хорошего целебного эликсира. Я хочу купить у него рецепт, чтобы самому делать такой эликсир. Но для этого нужно как-то встретиться с Голомом. Что я должен сделать? Болотным придуркам постоянно нужны новые люди. Ты здесь новенький. Притворись, что хочешь присоединиться к ним. Голом – один из гуру. Он непременно захочет испытать новичка. Когда встретишься с ним, попробуй добыть рецепт. Можешь купить его, можешь украсть. Мне все равно, как ты его добудешь. Это должно быть непросто. Что я получу в итоге? Однажды Диего спросит меня о тебе. Угадай, от чего будет зависеть мой ответ? Ладно.
Возможно, мне придется заплатить за рецепт. Как насчет небольшого аванса, скажем, 50 кусков руды? Забудь об этом. Без руды я не смогу добыть тебе этот рецепт. Хорошо. О руде поговорим позже, когда рецепт уже будет у тебя. Нет. Или ты даешь мне руду сейчас, или можешь сам искать свой рецепт. Знаешь, помимо тебя здесь есть много других новичков. Пожалуй, я поручу эту работу кому-нибудь из них. Ладно, забудем об этом. Погоди, я просто хотел знать, как далеко ты сможешь зайти. 50 кусков руды – довольно большая сумма для новичка. Ты не находишь? Звучит уже лучше. Ладно, ладно. У меня как раз есть 50 лишних кусков. Где находится лагерь сектантов? А, чего? Ты ищешь тихое место? Танк, нет, подожди, лектор. Где находится лагерь сектантов? Выходишь из лагеря через южные ворота и идешь на восток. Тебе понадобится карта. У меня как раз есть одна за 50 кусков. Южные ворота – это обрушившаяся башня, верно? Верно. Ладно, давай. Покажи мне, карта. Что у тебя есть. Все самое лучшее. Ладно, забирай всю эти все мечи. Покажи мне, что у тебя есть. Я искупил уже все, да? Все самое лучшее. Да, карта есть, отлично. Все. Может быть, мы ходим кругами? Да, ты меня... То есть, я не знаю, куда ты хочешь прийти. Подожди. Сейчас покажу тебе, куда я хочу. Куда я хочу. Север, юг, запад, восток. Юг. Север, юг, запад, восток. Это значит, мы уходим и идем туда. Значит, сразу налево идем. Идешь, пошли. Чего ты там стал? Где ты? Пошли. Могу его убить сразу. А, здесь же не нажимается точно. Тут ничего нет, ладно. Это было здорово. Да, ты спасибо, что взял меня с собой.
Нужно будет повторить эту прогулку. У меня сегодня еще масса свободного времени. Спасибо. Я уже понял, что у тебя масса свободного времени. Нет, пошли. Он мне не нравится. Можно просто переплыть через реку. Я уже привык к тебе. Да пошли уже просто. У меня нет подходящего оружия. Мы еще встретимся. Я первый сделал. Отлично, если бы я не успел. Так, и где ты? Что, совсем сбежал, что ли, вот туса? Так, ладно, больше ходить так не будем, значит, надо нам факел обязательно. Чёрт! Ладно. Ой. Нет. Теперь. Вот это надо сохранить. Точнее, возродить. Тарелка. Давай возьмем тарелку. Короче, лист. Ящик возьмем. Это было здорово. Да, это Санты. О, волчонок там есть, отлично. Нихера себе! Волчонок, ты не просто волчонок, оказывается. Понятно, к нему тоже не лезем. Он меня почувствовал, я вижу, я вижу. Какое же тут неудобное управление. Это было здорово. Да отстань от меня. Подпираться, блин, ко мне. Так. Попробуем все проходить без каких-либо убий. Прочее, по левой стороне. Просто бежим, никого не трогая. Мы никому не залезли, нам никто не сдался. Или там еще птички летают.
Эти две еще. Нифига, мы идем туда дальше прямо, значит. Просто никого не трогаем, просто идем спокойно. Это нифига нет, следующее. Просто никого не трогаем, просто идем спокойно. Нас никто не трогает, и мы никого не трогаем. А, он ушел уже на друг, ну ладно. Надеюсь, он найдется. Семена бубука. Без разницы, пошли, давай возьмем. Мы не пришли еще? Нет, мы как раз идем по той дороге, которая нужна. Да, готика сложноватая. Ну да ладно. Ёпрости. Спеши, брат. Вот и наш лагерь. Заходи в ворота и поговори с моими братьями. Увидишь, что придя сюда, ты не потратил время впустую. Нам посмотрим. Спроси Корголома. Он занимается учениками и их наставниками. Я же возвращаюсь в старый лагерь. Есть еще много неверных, которых необходимо наставить на истинный путь. Удачи тебе. Ну давай посмотрим, что ты нам сказал, что у нас тут. Привет, воин. Приветствую тебя, незнакомец. Ты ступаешь по святой земле. Здесь находится братство спящего. Угу. Что привело тебя сюда? Были времена, когда все было по-другому. Я слышал о том, что вам нужны люди. Я хочу присоединиться к вам. Добро пожаловать. Братство с радостью примет любого, кто готов следовать за духом спящего. Если твои намерения серьезны, постарайся обратить на себя внимание идола Намиба. Ты найдешь его во дворе, за воротами. Но ты не должен обращаться к нему до тех пор, пока он сам не заговорит с тобой. Мне нужны доспехи. Ты должен заслужить право носить доспех стража. Пока же я могу дать тебе набедренную повязку послушника. Это лучше, чем ничего. И это не бесплатно, что бы ты там ни думал. Больше этого не случится. Что, труны? Да пошли вы. Больше этого не случится. Веришь кому-то, в результате попадаешь в неприятность. Так всегда и бывает. Привет, я здесь новенький. Да пребудет с тобой спящий. И все? Все в порядке, приятель? Ты обратился в бур. Никогда больше не делай этого. Это большой грех. Если господин захочет поговорить с тобой, он сам обратится к тебе. Кто ты? Меня зовут Лестер.
Я занимаюсь прибывающими сюда чужеземцами. Но я хочу поговорить с твоим господином. Лучше забудь об этом. Уверен, что я смогу помочь тебе не хуже. Я хочу стать членом братства. Готов ты к этому или нет, будет решать Коргалом. Но он прислушивается и к мнению других гуру. Идола Намиба, например. Ты должен доказать свою преданность. И рано или поздно кто-то из гуру направит тебя к Коргалому. Ну что я могу сделать, если никто из гуру не желает со мной разговаривать? Тебе только так кажется. Гуру наблюдают за всем, что происходит в лагере. Если они решат, что ты достоин стать членом братства, они заговорят с тобой. Тебе придется ждать подходящего случая, чтобы доказать им свою преданность. Как ориентироваться здесь, в лагере? Я могу показать тебе основные места. Где находится? Лаборатория, я знаю, кроме того. Да и вообще, пофигу, пошли. Пошли. Да хранит тебя спящий. Да хранит тебя спящий. Хорошо. Эй, ты! Правильное решение. Понятно. Так, значит, что у нас по занятой цепи? Снятие полок на лагере. Лучше смотреть полотно. Пошли, смотрим полностью. Что это было? Эй, что? Эй, да. Ух ты, куда мы пришли? Спокойно захожу, да, нормально. Стой! Ты можешь вступить на земли храма только с разрешения одного из гуру. Угу. Да. Еще один шаг, и ты покойник. Окей. Тревога! Тебя следующий раз. Я убью тебя. Жестко. Ладно, понятно. Значит, мы не зайдем сюда. А ты кто? Ты тоже странный. У нас тут еще есть, может, здесь люди, которые живут там. Там огры. Тебе еще повезло. Да иди ты, повезло мне.
Эй, ты! Привет, я здесь новенький. Да пребудет с тобой спящий незнакомец. Расскажи мне об этом месте. Ну, гуру здесь самые главные. Они несут народу слово спящего и передают новичкам мудрость нашего господина. Разумеется, сам он не смог бы поговорить с каждым лично. Но иногда он собирает нас во дворе храма, дабы донести до нас священное слово спящего. И что он говорит? Спящий указывает нам путь, но язычникам вроде тебя этого не понять. Понятно. Понятно, спасибо. Привет, я здесь новенький. А, это. Да пребудет с тобой спящий. Никто же с гуру не общается. Все в порядке, приятель? Ой. Я же всех буду сам. Я же люблю ходить. Эй, ты! Убирайся отсюда. Ты быстро учишься. Понятно. Все агрессивные такие. Больше так не делай. Больше не делай этого. Что это было? Эй, это еще зачем? Эй, что зачем это было? Ты меня разбудил? Значит, все, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в следующей серии, может, увидимся в этом, может, либо увидимся где-то еще, ну, через пару часов точно будет новый стрим. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.